1 июля 95-летний юбилей отметил Александр Павлович Кичик, ветеран Великой Отечественной войны, который 73 года назад связал свою судьбу с Северским муниципалитетом. Александр Павлович – человек в районе известный. Ветеран войны и почетный житель, он частый гость в школах и на общественных мероприятиях. В послужном списке Александра Павловича Кичика орден Отечественной войны первой степени, медаль за победу над Германией, медаль Жукова, медаль за отвагу. Немалый вклад внес ветеран в развитие Северского района. Александр Павлович написал книгу, в которой собрал рассказы и воспоминания участников Великой Отечественной войны и жителей поселка Черноморского. В 2007 году книга «Дорогами войны» вышла в свет. Сегодня эта книга – источник достоверных исторических фактов. В день юбилея с поздравлениями к ветерану приехали глава Северского района Адам Джерим, представители администрации Черноморского городского поселения и районного совета ветеранов, родственники, школьники, соседи и друзья юбиляра. Самые тяжелые годы вашей юности прошли на войне. Но тем не менее, победа была за вами, вы вернулись в свой родной поселок, вырастили прекрасных детей и внуков. И всю жизнь трудились на благо людей, на благо поселка. Вы пример для нас, Александр Павлович, пример для молодого поколения. Низкий поклон, Александр Павлович, с днем рождения, дорогой, с юбилеем. Я хочу, чтобы вы еще долго были вместе с нами, долго рассказывали нам о своей жизни, о своих подвигах, и чтобы мы ценили и уважали свою историю и приумножали все, что вы нам сегодня подарили. Низкий поклон, с юбилеем! От всех жителей Северского района, от жителей поселка Черноморского и от меня лично. Я хочу вас поздравить с таким, это для меня такой, наверное, сегодня даже дорогая такая дата. Я хочу вам пожелать здоровья прежде всего. Я постараюсь здесь всех ветеранов, чтобы все вы жили долго. Пока вы живете, живем мы. Поэтому и хочу сказать, что Россия непобедима, пока есть вы у нас. В юбилейный день рождения поздравили Александра Павловича Кичик и товарищи из Черноморского хора «Ветеран». Все вместе они исполнили песню «Что такое друг». У хорошей дружбы есть свои законы, и законом этим изменять нельзя. Подарки, цветы, песни, самые искренние пожелания – все в этот день было посвящено ветерану-юбиляру.